Израильский премьер Беньямин Нетаньяху договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании механизма координации действий по Сирии между израильскими и российскими военными. Нетаньяху признался, что приехал в Москву из-за обеспокоенности ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Израиль выразил опасения относительно того, что часть оружия, которое Россия поставляет режиму Башара Асада, может попасть в руки шиитской группировки, противника Израиля. Российский лидер сказал, что понимает озабоченность руководства Израиля и заверил, что политика России на Ближнем Востоке всегда будет ответственной.